Сегодня стало известно о смерти казахстанца после ДТП в турецкой Алании. Микроавтобус с туристами, следуя по трассе в аэропорт, на полном ходу въехал в грузовик. Супруга погибшего все еще в больнице, Мурат Джакеев, расскажет подробности. Утро курортного побережья Алания вчера омрачила трагедия. Микроавтобус с туристами из Казахстана на полном ходу протаранил грузовик. Судя по кадрам, водитель автобуса превысил скорость. К сожалению, он погиб на месте. Также, не приходя в сознание, скончалась молодая девушка, гид. В микроавтобусе находились еще 12 туристов из Казахстана. Все они приехали из Актау. Из 12 граждан Казахстана двое поступили в больницу в тяжелом состоянии. И они были прооперированы. К сожалению, от полученных серьезных травм один из наших соотечественников сегодня скончался. У остальных 10 соотечественников, в том числе 4 детей, состояние удовлетворительное. Угрозы их жизни нет. У всех имеются медицинские страховки. Погибшим оказался мужчина. Он вместе с женой находился ближе всего к водителю. Поэтому пострадали больше всех. По предварительным данным, все казахстанцы находились в Турции по туристической путевке и спешили из отеля в аэропорт. Сейчас пришла трагическая новость. Все-таки мужчина, несмотря на все попытки ему помочь, в течение практически там почти сутки он все-таки скончался. А что касается жены, сейчас делаются все попытки, чтобы ей оказать квалифицированную помощь. Сейчас состояние казахстанки критическое. Ей оказывают помощь лучшие врачи Анталия. В Турции находится их родственник. Решается вопрос о транспортировке тела погибшего в Казахстан. Сейчас в любом случае, если будет даже какая-то задержка со стороны страховой компании, обычно у нас страховая компания не очень быстро делает все эти платежи, все это будет сделано туроператором, а потом уже будут решаться вопросы по взаимозачетам и все прочее. В последние годы в Турции часто случается ДТП. Их количество возрастает, особенно в курортный сезон. Многие иностранцы пользуются арендованными автомобилями, ориентируются по местности не так хорошо. Только за 6 месяцев в этой стране произошло 150 аварий со смертельным исходом. Находясь в Турции, можно заметить, что здесь часто нарушают правила дорожного движения. Как-то заказала такси, а водитель не соблюдал скоростной режим, выезжал на встречную полосу движения. Мои замечания проигнорировал. Кроме того, здесь не пропускают людей на пешеходном переходе. Крупные ДТП с участием казахстанцев на отдыхе в Турции происходили и раньше. 5 лет назад в Кемере семеро друзей из Талдыкургана попали в аварию. Водитель такси погиб, а 4 казахстанцам пришлось долгое время лечиться. В 2015 году на этой же трассе, недалеко от Анталии, попал в ДТП туристический автобус. В результате крупной аварии погибла 19-летняя девушка. Туроператоры рекомендуют казахстанцам, в случае, если водитель нарушает правила, обратиться к нему с замечанием или рассказать об этом гиду, в крайнем случае потребовать заменить автомобиль. Мурат Джакеев, Нурсултан Саулет, Атамекен Бизнес.